готов продать этот ножичек за 0.03. Что? Ты серьезно? И готов продать свой Кирапит Голд! Кирапит Голд? Сейчас ты должен будешь продать весь свой инвентарь, ну конечно, в том числе Кирапит Голд. За 0.03? Ты хочешь открыть Немелис фрагмент? Да! Поехали! Прошу, 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 дай мне стропить! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сегодня у меня будет моя самая нелюбимая рубрика, а именно «Всегда говори да». И сегодня со мной моя девушка Анетка. Поздоровайся. Ой, приветики всем. Кент, пока первый вопрос, ты Пеппа. Слышишь? Это запрещенный вопрос, я говорил до видео. Блин, да, я Пеппа, да, 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 да. Ты готов отдать мне свой аккаунт? Да! А ты готов скрафтить маг 10 руби? Анетка, про крафт не смей! Не смей его трогать! Готов? Ну, давай. Да готов, да! Ну что, братва, приступаем к первому заданию от этой вонючей бомжетки. Погнали! Что, Кент АПК? Я вижу, что ты богатый. Ты же хочешь помочь школьникам, которые выставили запрос на ножичек. В смысле, какой ножичек? Ладно, да, я готов, да, я готов, я готов. Да, да, готов. Заходи в свой инвентарь и выбирай по фильтру ножек. Не понял, не, подожди, Анетка, ты понимаешь? Нет, ты даже не сми. У меня их всего мало, смотри-ка. Ой, бедненький, бедняжка, Кирапит Голд. Не, не смотри, его нету. Подожди, что? Нет? Второй ножичек, а ну покажи его. Это Фэнк Флэйр, вот он, красивый такой. Кент АПК, у меня к тебе вопрос. Один, легкий, очень простой. Ты готов продать этот ножичек за 0.03? Что? Ты серьезно? Анетка, это первое задание, ты что, ненормальная, ты курица? Продавай, скажи да, да, ты готов. Да, я готов, а что мне есть вариант, я всегда должен говорить да, или ты забыла. Это мне очень нравится. Нет, то есть, подожди, а за 900 можно продать, да? Подожди, стоп, ты хочешь продать за 0.03? Да, мечтал всю мою жизнь, конечно же, да. Продавать? Ну-ка, а ты ответь на свой вопрос. Продавать? Да! За 0.03! Я кого-то китайца продал. Кто знает китайский, что означает его ник? Чувак, пожалуйста, после видео отдай мне вот его ник. Подожди. Я вижу, что ты очень счастлив. Ты же хочешь еще один ножичек продать. Да! Заходи в свой инвентарь. Да ты что? Вот мой инвентарь. Ого, сколько! 6 ножей! Это очень много, согласен? Да я нищий! А, я же должен говорить, да, да, очень много, очень много! Я вижу, что очень много, поэтому нужно один раз продать. И я очень ценю твое мнение. Вот как ты думаешь, стоит ли еще один ножичек продать? Да, я всегда говорю, да, Анетка, да, 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 да! Заходи, заходи на Кирапит Скретч. Вот этот, да, да? Что? Не, 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 это самый дорогой нож после Кирголда, который у меня есть. Ладно, Кентусик, готов сливать за 0.03, да? Да, готов, ядрить, колотить за 0.03! Это твоя мечта жизни, да? Да, 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 все. Ставлю на запрос 2800.01. Все, сейчас. Давай, давай, давай. А, перебили? Перебили! Это твой запрос? Да, да, 2800.01. И что, мне сливать? Да! Слив! Блин, ребята, я больше никогда в жизни не буду записывать подобную рубрику. Ты адекватная? Подожди, подожди. Ты будешь записывать подобную рубрику еще раз? Да, буду. Ну вот и все, я вижу, как ты рад, Кентусик. Переходим к следующему заданию, да? Да. Ну что, Кентусик, ты любишь заносить контент? Заносить или завозить? Люблю. Завозить. Да люблю, Анетка, люблю. Люблю, заходи на рынок, ищи контейнеры. Давай, давай. Контейнеры, от контейнера, ну. Да. Ну, не-не-не. Ты же хочешь, подожди, ты же хочешь купить 2 Rival Classic. Они стоят 480 LD-шки, я что, сумасшедший? Так, готов? Да, покупать? Конечно, в смысле? Конечно. Купил. Ты же сказал да. Зашибись. Выходи, выходи. В смысле, это не все? Фуриос, конечно, ты хочешь купить Фуриос? Да, блин, ну как бы тебе сказать? Да, хочу, да. А, ну, вот и все, покупай. Обалдеть, он косарь стоит! Ты готов открыть свои пачкай? Чего? Подписчики сейчас подумают, что я того. Да, готов. Открывать? Да.
Братва, ща присяду на кнопку в прямом режиме. Опа! О, открыл. Ты это видела? Там, там... Я видела! То есть я на вот это косарь потратил? На вот это? Ну да, да, нормально. Не, ну нормально. Класс, нормально, нормально, очень нормально. Я тебя порадую, если бы тебе выпала аркада, ты бы ее продал за 0.03. Спасибо. Спасибо, открываем дальше? Да. Ай, хорошо-то как, Анетка, ты у меня такая добрая, хорошая девушка. Ты понимаешь, даже Тик-Так такие задания не давал. Я говорю, ты после этого видео мне больше не девушка, поняла? Да, и я открываю Rival косточки. Открывай мой пупсичек. Я сатрэх продаю за 0.03. А это не сатрэх, можно не продавать. Не, ну ты ж сама сказала, правильно? Кента ПК, ты хочешь продать АКР Некромансер? Да, хочу, Ханетка, блин. Ты же его хочешь продать за 0.03? Зашибись. Продавать? Ладно, ладно, нет, конечно. Конечно, что нет. За одну голду тебя. Да блин, я думал, у тебя совесть есть. Готов. Готов. Давай. Если готов, давай, продавай. Давай, продал. Продалай, зашибись, так как класс. Ну что, Кента ПК, ты готов к реально сложному заданию? Конечно. Должен пойти в режим эскалация. И если тебя убивают, ты покупаешь рандомный ножичек. Чего? Ну ты согласен? Да, подожди. Сколько, как долго мне доиграть? Ну, пока я не скажу стоп. И все, согласен, согласен. Зашибись. Все равно, а если это будет Кирхолд, что тогда? Если это будут тычки Хармони? Ну, придется, ты же согласен. Блин, еще карта заносимая, самая нелюбимая. Так, ну что, ребята? Надо собраться и выиграть. Я не хочу покупать рандомный нож, понимаешь, Анетка? Не хочу. Я поняла, ты же хочешь сейчас взять ножичек и с него пойти играть. Чего? Чего? Да, хочу. Ты продолжай. Хочешь? Отлично. Иди, иди прямо. Зашибись. Прямо налево. Давай, давай, давай. На, да, вот. Ты что? Смотри. Ты хочешь стоять АФК? А, всех это. АФК стоять? Я стою АФК. Анетка, какой АФК? Какой АФК? Это не я, это меня подписчик подвинул. Так, Анетка, первое задание я прошел как настоящий тигр. Понимаешь? Молодец, молодец, топчик. Я хочу... Нет, опять подожди, ты хочешь? Да, подожди. Иди на плент А, там и играй. Ты хочешь это сделать? Так я так играю на пленту А, Анетка, вот я на пленту А. Прям не, ну, не, вот это не плент, это за плентом. А, вот это? Да. Ты очень хитро, Кентуся. Ты хитрый? Ты хитрая Пеппа? Да. Ну что тебе надо? Где взять голдишку? В смысле где? На полтрубочке. Тем более туда приплыл прямо сейчас Мегалодон. За то, что ты его дубасишь, ты получаешь бесплатные скинчики. И это не все. Я хотел бы тебе подарить бесплатных 3 подарка. Первый подарок — это бесплатный сундучок. Второй подарок — это бесплатная энергия. А третий — это дополнительный процентик. Все нужные ссылочки снизу. Полтрубочек, топовый дробчик. Пум! Ну что, Кента ПК, ты готов? Руинить. Кому руинить? Команде. Твоей же команде. Просто заруинить. Я не буду им играть. Они мне как братья. О, ты готов? Ты готов? Мне надо мешать им играть? Да, 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 мешай. Да. Ой, а как я мешать? Они же слились. Я чуть нож не должен был купить. Ты это видела? Мешать им или нет? Мешать. Ты готов мешать? Да. О, нормально. Ты мешаешь. Ну я играю как могу. Смотри, я жесткий. Ты меня обманываешь? Да нет, я играю как могу. Кента ПК, ты готов играть с ножом? Чего? Ну, ну допустим. Да готов, готов. Ну так, ну вот бери в руки ножичек и пошел. Ничего себе. Нет. Нет, это первый рандомный нож. Нет, зачем? Кентуля, ты рад? Да, я очень рад. Нож покупаю рандомный, зашибись. Спасибо тебе. Анетка, люблю тебя. Так, ну что, Кентусечка, я тебе не мешаю. Давай, покажи свою игру. Если что, я подкорректирую. Подкорректируешь? Анетка, ты смотри. Если ты мне мешать не будешь, я сейчас всех развалю. Просто в соло, смотри. Просто в соло играю. Сюда, боты, я сейчас минус 3 дам соляну. Что? Ты это видела? Ой, я так рад, это самый лучший день, твой тоже? Да, самый лучший в мире. Это опять рандомный нож? Да, да. Блин,
Анелька, хватит уже, слышишь? А я ничего не делаю. Ладно, Кентуля, это последний раунд. Да? О, слушай, нормально. Ну, два ножа, нормалек, сейчас выиграем, Анелька, не переживай. Он будет сложным. Руинь катку, бери нож и крысить нельзя. Готов? Я готов! Я не крысил. Ты творишь? Я не крысил, Анелька, я был не ответить задание. Флешки кидай, у тебя есть флешка. А у меня нет флешек, все, последний раунд, все, ура! Все, Анелька, я выхожу, правильно, можно выходить? Конечно, можешь. Ура, еще раз, ура! И не радуйся. Ну что, Пеппа Пепповна, заходи на рынок и покупай два рандомных ножа. Эх, Чего? Два косаря он стоит? Мать моя женщина. Да готов купил. И теперь второй так же. Второй давай, да. Ну что, Нитка, второй покупать, да? Конечно, сладенький. Ух, как же мне повезло, дешевый ножичек. Ура! Так, Анетка, ну что, я надеюсь, задания закончились? Надеюсь, у тебя совесть проснулась? Нет, ты должен скрафтить. Не, подожди, ты готов крафтить? Крафтить? Да, я готов крафтить. Ты должен скрафтить АКР Драгон. И будешь крафтить до тех пор, пока его не скрафтишь. Хоть это 10 раз, хоть 50, хоть 100, хоть 150. То есть, готов? Да! Ё-моё, Анетка, ты в своем уме! То есть мне надо крафтить АКР Драгон до тех пор, пока его не скрафчу? Конечно! Ну подожди, ну я же в теории могу скрафтить его из первого раза, правильно? Ну да. Ну то есть... Тебе так повезло. Ого! 440 голдишки я трачу на этот крафт! Да, так что я думаю, что ты неудачливый, и ты не скрафтишь. Я скрафчу, все, давай, 3, 2, 1, прошу, мне нужна креатура, умоляю. Блин, потянулся самурай! Тись, улыбнись, кентусечка, жизнь прекрасна, особенно когда выпадает P90 самурай. Да, спасибо тебе большое, добрый ты человек, зашибись. Все, я купил, опять делаем крафт? Да. То есть пока не скрафчу креатура, да? Да, конечно, кентулечка, давай, я в тебя верю и надеюсь, выпадет P90 самурай. Прошу, да. Ах ты ж, Пеппа Пеповна! Слышь, ты не быкуй, зарулечка ты моя! Что, Кентуся, ты готов к следующему заданию? Там я как будто выбор есть, конечно, готов! Ты готов продать свой Керамбит Голд? Керамбит Голд? Да. Продать Керголд? Да, но у тебя есть один шанс его спасти! Знаешь, какой? Какой? Купить скин с двумя хэллоуинскими наклейками. Ты готов это сделать? Да! Да я готов! Но, Кентуля, есть одно но. Тебе ж хватит одной минутки. Чего? Две хэллоуин наклейки? О, одна минутка. Ну что, Кентусик, время пошло. То есть у меня есть минута купить прямо сейчас? Да. О, май, две хэллоуин наклейки, даже не одна, это жестко. По-любому это рарка, по-любому, блин. О, Акер-карбон, ты тут? Да, я здесь, не стой, мой сладенький. Я думаю, что ты продашь керамбит голд. Да я не буду, где две хэллоуин наклейки? Ты уже распрощался с ним, потому что это сделать нереально. Сколько времени осталось, скажи мне. А, ты 30 секунд всего лишь. 35 секунд прошло уже? Да. Мать моя женщина! Две хэллоуин наклейки, прошу, найдитесь. Ой, блин, Анетка, почему? Сколько времени? Еще 20 секунд. Много? 20 секунд, нет! Быстрее. Нет. 9, 8, 7, 5. Твою мать. Что, Кентуля, время вышло! Псичка! Сейчас ты должен будешь продать весь свой инвентарь, ну, конечно, в том числе керамбит голд. За 0.03? Конечно, за... Подожди. Ты хочешь продать все за 0.03? Да, я хочу продать абсолютно весь свой инвентарь. Ну, тогда тогда все, давай продавай. То есть мне прям сейчас просто брать и так все продавать? Все, прям все, что да, есть? Да. Ты серьезно? Весь свой инвентарь, конечно. Есть... Ты рад, Кентуля, пепочка моя? Да, блин, почему такие задания жесткие? Ты понимаешь? Это нереально! Да. То есть мне прям продавать за 0.3 прямо сейчас? Да. Весь инвентарь? Хочешь? Подожди, ты хочешь это сделать? Да, я хочу, просто я продаю, получается, все, что у меня есть за 0.3? Да. О, нет, Анетка, прошу. Ты можешь меня пощадить? Быстрее продавай. Подожди, ты можешь меня пощадить, я тебя умоляю, прошу.
дай шанс, я продаю просто все, что у меня есть. Ты пока продавай, я пока подумаю, хорошо? Чем дороже продаешь, тем быстрее думаю. Анетка, дай шанс, прошу, умоляю, дай шанс. Стоп. Есть шанс. Есть шанс. Ты готов услышать? Да! Ну что, Кентулечка, ты готов услышать следующее задание? Да, только не так громко, я сейчас глохну. Хорошо, мой сладенький, ты готов скрафтить Мак-10 Руби? Что ты сказала? Не, подожди. Мак-10 Руби. Да? Подожди, ты хочешь, чтобы я сейчас потратил все мои фрагменты, которые я копил к стриму и сделал крафт? Ответь ты на этот вопрос. На какой вопрос? Ты готов это скрафтить? Эпик-фрагменты, да, готово. Это дорого, но я готов. Эпик-крафтить, правильно? Кентулечка, что ты меня обманываешь? Выходи. Чего? Немелес-фрагменты от его и крафти. Ты понимаешь, что это стоит? Блин, я на это потратил 60 кагалдишки, хотел на стриме это открыть. Ну что, Кентуля, готов крафтить? Да! Ну что, Кентулечка, интересно, сколько стоит Мак-10 Руби? Заходи на рынок. Блин, Анетка! Но ты мне больше не девушка, после этого не трогай, это мой Мак-10! Ой, какой Мак-10? Мы не с фрагмента хотел на стриме их открыть. Ну ничего страшного. Что такое? Что такое? Ну, нормально. Нормально же. Все хорошо. Да, все хорошо. А если мне выпадет чаром в 2? Что тогда? Ну, тогда я думаю, что ты будешь очень рад и продашь его за 0.03. Да? Да, классно придумала. Ну что, Кентулечка, ты готов скрафтить легендарные фрагменты? Подожди, легендарные причем? Ты сказал Неймлесс. Или Неймлесс уже не надо? Не-не-не, ты скрафти две штучечки, а потом сразу откроешь Неймлесс фрагмент, скрафтишь точнее. Ой, блин, Анетка! Ты понимаешь, ну это уже реально перебор. Ну ё-моё! То есть я прям сейчас... О, есть только один плюс, что я потрачу всего лишь на этот крафт 500 голдишки. Всего лишь! Нормально же, да? Ты ж богатый, да? Да, я такой богатый, зашибись, Анетка. Блин, Анетка, я не могу, я прошу, дай шанс! Что мне надо сделать, чтобы мне не крафтить? Enables фрагменты, прошу, что надо сделать? Конечно же, что есть шанс! Это стать Пеппой! Настоящей Пеппой! Но это нереально! Я уже пишу так! Ты хочешь? Ты реально уже открыл сейчас Неймлесс фрагменты прямо сейчас? Подожди, я не хочу! Я не хочу, мне тебя жалко! А ты этого хочешь? Чтобы я открыл Неймлесс фрагменты? Да, я этого не хочу, но мне правда тебя жалко, маленькая Пеппа! Не, ну если ты не хочешь, ну ты же хочешь! Да, я хочу, я же всегда должен отвечать да! Ты хочешь этого, скажи да! Да, хочу! Я хочу открыть Неймлесс фрагмент! Это ты понимаешь, это все, что у меня есть. Я прям сейчас могу стать нищим. Ну ты же хочешь быть нищим? Да! Ну тогда ты хочешь открыть Неймлесс фрагмент? Да! Ты очень этого хочешь? Да! Ты хочешь нажать кнопку создать? Да! Ну? Мне открывать уже сейчас создавать? Да! Ты понимаешь, что слишком дорого? Это 70 калдишки! Блин! Может, на последнюю секунду как тебе так меня простишь? Паника! Стоп! Это шутка? Что ты достал, скажи мне, пожалуйста, а? Что, ты прошел все мои задания? Поздравляю. Давай, ой. Нет, Кентусик, я тебе не тик-так. Я твоя любимая девушка, да? Бывшая девушка! Хорошо, ты готов в течение 5 секунд нажать эту кнопку создать и открыть фрагмент? Да. Сейчас, подожди. Я просто хочу подписчикам показать, чтобы не писали, что это постанова или еще что-то. Вот, я нажимаю прямо сейчас монтажер, без монтажа вот этот момент став. Все, мне нажимать? Да, 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Поехали! Прошу, дай мне кистропи. Прошу! Нет! Вот смотри, вот где? Где это чарвы 2? Это самое дешевое, что может мне выпасть. Самое дешевое! Где? Блин, где эти брелки, эти долбаны? 6 стоит! Кентуля, ты плачешь? Да! От радости! Да! Так почему ты плачешь? Если ты плачешь от радости!
дорогие подписчики, прожмите лайк за это крутое видео, подпишитесь на мой канал, на мой телеграм подпишитесь, я вам разыграю вот эту бабочку, она мне все равно не нужна, ссылочка в описании. Но Нетка, на тебе я очень жестко отомщу, очень жестко, очень! Всем пока!